В минувшие выходные в Анапе прошли чемпионаты и первенство Краснодарского края по фитнес-аэробике. Участие приняли 26 команд. Эти соревнования отборочные. Уже в марте состоится первенство Южного федерального округа, которое пройдет в селе Суко. Будут ли представлять регион ребята из Анапы? Мы спросили у президента Федерации фитнес-аэробики края. Много было команд, соревнования достаточно на высоком уровне. Команды выросли в стартовом сезоне. Я думаю, что будет достойной команды представлять наш регион на федеральном округе, а дальше на чемпионат России. Наши команды заняли призовое место в дисциплине хип-хоп, в аэробике. Команды очень сильные, будут представлять на федеральном округе. Этот вид спорта очень близок, может быть, художественной гимнастики и микса спортивной гимнастики. Ну, конечно, это брендовые виды спорта, и мы с ними не поспорим. Но очень яркий вид спорта, нетравматичный, привлекает большие массы детей. То есть, если в художественной гимнастике спортивной очень большой отбор, то у нас мы можем подхватить этих детей и пригласить наши группы. Он достаточно широкого спектра, три дисциплины. На степе классическая аэробика, хип-хоп. У нас это не просто увлечение, а вид спорта.